Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Mass Effect 3. Да, мы возвращаемся, так как на чем мы остановились. Ну, неважно, пошли, найдем любую миссию и пройдем ее. О, встретиться с доктором Брайнсоном. Ну, давай встретимся. Подожди, а наш еще лежит в больнице? По-моему, уже нет. Стыковка, больница. Тут сразу есть кабинеты. Ну, сразу делай, куда нам надо. Это хорошо. Игра сохранена. Почему? В чем подвох? Что-то нехорошее сейчас будет, явно. Нужно все это сопоставить с известными точками, обновить карту, потом связаться с нулевыми группами и получить от них отчеты. Yes, sir. Капитан Шепард, мы вас ждали. Минутку. Хадли, подберешь для нас данные о Левиафане? Прошу прощения, капитан. Остальные члены моей команды сейчас проводят исследования на местах. Я доктор Гаррет Брэнсон. Возглавляю особую группу. Какое у вас задание? Мы проверяем легенды, слухи, старые истории о жнецах еще с тех времен, когда их существование не верили. Полезно, это вообще нужно? Какое-то... Ну, полезно. Года три назад ваша помощь... Да, если бы люди внимательнее относились к вашему предупреждению о жнецах войны, можно было бы избежать. Но теперь, когда найдена новая информация, все, скорее всего, поменяется. Хадли, готовы данные? Нет! Ну, реакция у тебя, конечно, такая. Говорит капитан Шепард, срочно СБЦ сюда. Вам не нужно бы здесь быть, тьма неприступна. Зачем ты это сделал? По записям он проходит как Дерек Хедли, он работал здесь пару месяцев. Шепард, СБЦ сообщает о происшествии в этом месяце, вы не пострадали? Со мной все в порядке, но мне бы пригодилась твоя помощь. Посмотри их документы, мне нужно знать, чем занималась эта группа. Ну, не сделано. Что? Я... Что происходит? Хороший вопрос, ты убийца. А, типа они как-то сознание его захватили. Ну нет, это тогда и мою команду смогут сознание захватывать. Это ты мне скажи. Я собирал данные, когда вы появились, а потом было темно, холодно. Словно я попал в другое место. А потом... Я не знаю, у меня было оружие. Потом доктор Брайнсон, был громкий шум. Это ты в него стрелял. Нет, это не я, поверьте мне. Тогда что здесь произошло, ты врешь. Значит, кто-то другой спустил курок. Но я никогда бы такое не сделал. Капитан, это очень похоже на случай одурманивания. Меня одурманили? Насчет Левиафана, о котором вы говорил, Брэнсон. Он тут при чем? Это какое-то существо. За ним следили наши полевые группы. Этот артефакт нашел Гарно, наш исследователь. Если хотите, он передал и аудиозапись. В чем дело? Остановитесь. О чем это ты? Тьма неприступна. Проклятие, отвезите его в клинику. Может, они скажут, что с ним. Есть, мам. Капитан, вам нужно взглянуть. Это сообщение доктора Брайсона адмиралу Хакету. Доктор Брайсон, есть какие-то новости? Адмирал, мы поняли всю информацию о Левиафане Диса и кое-что нашли. Вкратце, если можно. Около 20 лет назад британцы нашли погибшего в бою жнеца, его существование не скрывали. Батарианцы. Британцы. У меня возник другой вопрос. Что вообще могло убить жнеца? Верно. Вот это и есть настоящий Левиафан. Да, стоит разобраться. Продолжайте исследования обо всех находках. Докладывайте мне. Спустя несколько недель был еще один разговор. Адмирал, жнецы теснят мои полевые группы, словно сами ищут Левиафана. Я прихожу к выводу, что Левиафан — истребитель жнецов, высший хищник. Он заставляет их нервничать. Если мы сумеем его найти, только представьте, как он может это повлиять на ход войны. Я официально прошу помощи в поисках. Вы ее получите. Вашему проекту удается высший приоритет, доктор. Найдите этого Левиафана.
Похоже, мы должны были стать этой помощью. Тот, кто может убить жнеца, может и нам доставить немало неприятностей. Тем не менее, в сложившемся положении фраза «друг моего... враг моего врага, мой друг» верна. Пока мы не найдем его, не узнаем. Помощник Брайсон сказал, что они недавно получили запись от исследования. Там может быть какая-то информация. Фух. Наверное, и есть этот, это и есть тот самый артефакт, о котором они говорили. Доктор Брайсон, это Гарна. Отправляю вам найденный артефакт. По сути, это единственное, что мне здесь попалось. Лично я готов поклясться, что Оливия. Фан был здесь. Я проведу какие-то расчеты, потрачу остаток командировочных. Может, сумею предсказать курс нашего истребителя жнецов. Гарна — основная нить, ведущая к Левиафану. Только он не сказал, куда отправляется. Тогда нужно сосредоточиться на его словах. Он собирается эксплуатировать курс Левиафан. И занимается расчетами. Он двигался вслепую. У него были какие-то данные. И данных было немало, если судить по лаборатории. Как же сузить район поисков? Вижу, в охоте за Левиафаном группа Брайсона использовала программу для поиска по галактической карте. Она поможет нам найти Гарна. О. Так, давай так. Это покажет нам, куда отправился Гарна? Нет, но мы сможем судить район поисков, если поймем, какую информацию он использовал для поиска Левиафана. Обыскать лабораторию. Ну давай, я выщу. А тут особо-то искать и негде. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Ага, башкак. А, это Левиафаны. Прикол. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Это выход не туда. О! Это все убийства, в которых убийца не обладал мотивами и заявлял о потере памяти. А тут преступления, распределенные по временем совершения. Можешь отобрать убийство. Добавляю фильтр, результата появилось на галактической карте. Подожди, ну не так быстро, но оставляйте шанс хотя бы успеть прочитать. Тариан, 17 августа 2185 год. Это тарианин. Форма жизни, обнаруженная на Ферросе, позволяет взглянуть на эволюционный путь по-настоящему инородных форм жизни. В отличие от известных нам разумных веществ, существ, он не пользуется ретрансляторами массы. Даже претарианские артефакты его бы не заинтересовали. Капитан Шепард заявляет, что жнецы направили эволюцию живых существ в предсказуемом направлении при помощи созданных ими технологий. Торианин — исключение из этого правила. Он использует только органические структуры в качестве инструментов. Если Левиафан так долго оставался незамеченным, то он должен был быть в чем-то с ним схож. Торианин использует разум своих жертв и заставляет их заниматься физическим трудом, как человек пользовался бы собственными руками. Капитан Шепард утверждает, что жнецы поступают также при помощи так называемого одурманивания. Схожим образом должен действовать и Левиафан. Хорошо. Брайсон отслеживал встречи с неопознанными. Брайсон, он не просто отслеживал места, где заметили чужаков. Он был... И Гарна вполне мог следить по этому курсу. Сузи, Да-да-да. Идите в робу. Так, камушки. Класс. Может, обломок метеорита? Он придавал этому исследованию большое значение. Нам нужно внимательнее осмотреть образец. Фрагмент метеорита. Фрагмент метеорита с содержанием нулевого элемента. Пускай нулевые элементы не расходуются как топливо при движении на сверхвысокой скорости. Если Левиафан достаточно стар, то ему нужно пополнять запасы. Хорошо, можешь отфильтровать. Ладно, давай так. Да почему не можем? 7 марта 2186 года занимаюсь Арахни. Судя по всему, как они передвигались во время древних войн, ими кто-то управлял. Но время-то не то, да и имплантов у жнецов у них не было. Что если Левиафан готов Арахни к сражению с жнецами? Как думаешь, Сузи? Возможно, группа Брайсона по перемещениям древнего флота Арахни пытается понять, где находится Левиафан.
Да, возможно. Еще какую-то штуку нашли. Я так понимаю, мы не можем, да, с этим взаимодействовать пока. Энн Брайсон, 9 лет, понятно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, дверь закрыта. Пам-пам-пам. Ага. Да повернись. Властелин, надеюсь, эта штука у них экранизирована. Сэр, это Брайсон. Мы знаем, что жнецы разыскивали Левиафана. Изучите поисковый изучение поисковой тактики жнецов. Эти данные строго засекречены, доктор Брайсон. Если они попадут не в те руки. Не попадут, данные зашифрованы. Я буду хранить ключ в надежном месте, поближе к сердцу. А, и, наверное, в сердце и выстрелил, ключ уничтожил. Поближе к сердцу, черт. Это нам обязательно надо ждать ее комментариев, правильно? Ну, прям перед тобой. Вот оно. Брайсон сказал, что информация зашифрована. Ну и чё? Поближе к сердцу. Это, я думаю, у него в костюме лежал. Да, вы угораете. Новые вещи появились. Ага. Судя по результатам поиска, Гарни находится в одной из этих 5 систем. Я отметил места, где он может находиться на карте Нормандии. Мы можем отправляться, если не хотим, если хотим дополнительно сузить район поисков. Преступление совершенное. Результатов нет. Вероятно, какие-то из параметров поиска столкновение с Рахни. Что-то опять поисков нет, но это как-то мы, по-моему, увеличим. Нет количества, где искать надо, а не уменьшаем. Так, и судя по всему, еще 2 вещи нужно найти. Ага, 2 кружочка уже накладываются, отлично. Результатов нет, вероятно, какие-то из параметров нерелевантные. Вот, хорошо. Ну, вот эта вот штука, но это зашифровано, нам говорят. А, второй этаж тут еще есть! Второй! Ближе к сердцу, да, я понял. Энн Брайсон, 9 лет. Энн сейчас 28 лет, она работает на Альянс. Брайсон сказал, что ключ для расшифровки держит близко к сердцу. Что может быть ближе? Дочери, наверное. 65 и 81. Посмотри-ка на это. Из этих чисел я смогу составить ключ для расшифровки. Хорошо, давай вернемся к найденному локу данных. Хорошо. А, это все, да? Кровать, конечно, я бы тут не стал спать, но смотри. А, тут пол еще и стеклянный. Охренительно. Доктор Брайсон, по вашему запросу передаю группе Аврора записи перехваченных батарианских переговоров, посвященных Левиафану Диса. Капитан, дредноут укрыт, но сатарианцы могли его заснять. Наш посол будет все отрицать. Я хочу слышать ваш предварительный анализ. Ему как минимум несколько миллионов лет. Технологически он превосходит все доступное. Советую, отлично. Ученые будут работать днем и ночью, чтобы раскрыть его тайны во благо. Есть одна сложность, капитан Лен. Настоящий Левиафан Диса, тот, который уничтожил этот корабль, так и не найден. Неважно, корабль вот что должно нас занимать. Для остальных обитателей галактики Левиафана Диса не существует и никогда не существовало. Да, пустим, пошли, расшифруем остаток данных. Но нет, должно быть что-то еще 6, мне кажется. Так, это выход, я так понимаю. Ну, допустим. Здорово. Расшифровка завершена, анализирую данные. Эти перемещения не вписываются в стандартный план вторжения, жнецы что-то ищут. Спорю, Гарно использовал эти сведения. Можешь фильтровать результаты? Раз, два, три, четыре, пять. Так, что-то пятое появилось. Что, вот это фиолетовое? Ага. Но одного не хватает кусочка, я тебе говорю. А вот какого? Результатов нет. Да, я понял, да. Мне кажется, вот здесь на улице что-то должно лежать. Ага, понятно, просто вещь какая-то. Вот здесь, мне кажется. Не, показалось. Так, а где же еще? Но сказал, близко к сердцу, может... Опа! А, может у него в костюме лежит где-то. Так, ну я мог что-то пропустить? Да, я сомневаюсь. Возможно, что-то открылось уже после того, как мы осмотрели.
Так, ну в этом кабинете 100% ничего нет, правильно? Мы уже все рассмотрели. Здесь ничего нет. Ага, дверь открывается все-таки, класс. Просто там кружочка не было. Не, зачем ты меня намочил? Ой, ну что это такое, смотри. Фу, надеюсь, это вода. И она просто блестит так. Давай, пообтираемся. Все, хорошо, высушились. Теперь что? Ну, теперь все, мы просто помылись, считай. Класс. Надеюсь, это нам помогло. Рисунок, бла-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 бла. Ничего нет. Странно. Где последний фрагмент? Так, ну в этой части корпуса уже 100% не может быть ничего. Потому что мы все детально осмотрели. Здесь ничего, ничего. Здесь мы тоже все посмотрели. Не хватает кусочка, я это понимаю, спасибо. Только какого кусочка и где он? Вот мне кажется, с башкой Левиафана что-то не то. Или кто это такой? Это не Левиафан, это другой кто-то. Эксперимент Брайсона. Может, много раз надо нажать, чтобы он среагировал как-то. Не, ну прикольно, прикольно. Мы теперь не знаем, что делать. А, и уйти, я так понимаю, отсюда мы тоже не можем, правильно? Так, взорвалось? Ой, наверное, этого не стоило делать, да? Упс. Так, шкафчик, кстати, нет. Хм, а что же не так? Раз, два, три, четыре, пять. Пять у нас есть, одного не хватает. Опа-на! Опа-на! Это имеет отношение к прототипам? Да, думаю, доктору Брайнсону и Лиаре было бы о чем поговорить. Можешь отфильтровать места, в которых они были? Конечно. Отлично, отлично. Нашли, нашли, нашли. Хоп. Протерианские артефакты. Результатов нет, вероятно, какие-то из параметров поиска нерелевантные. Ты че, угораешь? Уже же все шесть нашли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, и после того, как мы все шесть нашли, скорее всего, уже должно было что-то открыться, потому что, ну, пока... Ну, все, смотри. А что ты предлагаешь? Еще раз что-то? А, ты предлагаешь сопоставить нужное. Опа. Пять систем. А, ну зашибись. Блин, ну тут еще управление неудобно. Она слишком большие шаги делает. Опа. Опа, опа, опа. Одно совпадение есть. Два, три. Три возможных места. Хорошо, давай и тебя. Активность жнецов. Четыре возможных места. Отлично. Есть совпадение. Ввожу на карту галактики. Отлично, теперь отыщем Гарну. А, то есть все, я правильно сделал? Прикинь, рандомно 3 из 6 выбрал, и все 3 правильно. Охренеть. Каков шанс вообще был, что так получится? Хорош, смотри. Подожди, отыщем Гарну. А где он был? Док Нормандии. Вернулся в Нормандию. Давай вернемся пока на Нормандию, оттуда уже полетим, куда нам надо. Хорош, конечно, хорош, разобрался. А, ну по факту, тут, вон то, где дверь была, нам и не обязательно было собирать, мы и так хорошо собрали. Долго искали, и все впустую, вот это обидно. Капитан-адмирал на связи, ну хорошо, если что, учту. Так, давай посмотрим еще, какие есть... Тут миссии есть какие-то? Посетить дом Андерсона. Хорошо, дом Андерсона. Это у нас где? Доки Альянса, доктор... Ну, личная квартира. Ну, не знаю, где дом Андерсона. Может, личная квартира как раз-таки так подписана? Да, видимо, это оно. Или это моя квартира? Зачем мне там квартира? Эй, капитан, у адмирала Андерсона на КБК. Сейчас вас подключу. Жеберт. Адмирал, как у вас дела? День прошел и хорошо, капитан. Да уж. Хакет известил меня по поводу квартиры. Хочу, чтобы она досталась тебе. Хочу от нее избавиться.
Вы серьезно? Тебе нужна гавань. Место, где можно отдохнуть. Проветрить голову. Коли хочешь, чтобы мы обосновались здесь. В общем, чем дольше я на земле, тем меньше. Нужно как-то подвязать все концы. Как я и сказала, ты мне в этом можешь помочь. Это очень щедро с вашей стороны. Это практично. Ты нам нужна в наилучшей форме. Отдохнувшая и собранная. Как прикажете. Спасибо. И чувствуй себя как дома. Теперь он твой. Постараюсь приноровиться. Хорошо, давай, я собрался это сделать. Ну, до связи. Берегитесь, Андерсон. И ты, Шепард. Отлично, дом. А зачем исследовать квартиру? Ну, класс, а зачем нам это? Вы меня об этом еще не спрашивали, но только что звонила моя жена, бывшая жена. Никто не любил рассказывать о том, как месяцы разлуки влияют на отношения в семьях военных. Она не солдат. Она не выдержала. А дело даже не в том, кто солдат, а кто нет. Дело в космических полетах. Космические полеты, обнаружение ретрансляторов массы, чудеса инженерии. Воображение человека начинает нагонять на него желание, мы платим за свое любопытство. Страдают наши отношения, страдают те, кого мы любим. Но такова реальность, и цена кажется справедливой. Так мне приходилось думать. Кажется, так я и думаю. В конце концов, остается лишь надежда, что ты примешь правильное решение. Да, пустим, хорошо, нам показали, куда-то идти надо. Ага, вижу. Угу. Ну еще попикивает немного. А вот это вот зачем вот так вот делать в целом, чтобы вода текла? Ну это же влага будет в квартире большая, не? Куда? Ага, вижу. Так, это не то, это мои письма. А, проверить сообщение, это и есть. Привет, Шепард, есть несколько вещей, которые нам нужно обсудить, пока Нормандия на приколе. Я думаю, мы с тобой можем встретиться в суши-баре Рюссей в нижних районах. Говорят, это лучшее место, Джокер, сувенир. Шепард, я отправила шахматную доску Петровского на Нормандию. К новому оформлению загробной жизни она не подходит. Капитан, эта система передачи сообщений архаична и неудобна. Когда специалист-трейнер сказала, что для составления слов я должен набирать буквы, я решил, что она шутит. Мне хотелось бы посетить цитадель в следующий раз, когда мы будем неподалеку. В мое время она была захвачена жнецами. Если хотите составить мне компанию, я буду рядом с посольством. Сама идея разделения власти между народами галактики кажется мне ошибочной. Шепард, мне нужен повод, чтобы оторваться от мониторов. Навести меня, когда будешь в цитадели. Капитан, я хотел сказать вам, что когда у нас будет следующий отпуск на цитадели, я возьму с собой Сузи в чистилище. Если вы присоединитесь к нам и своим присутствием снизите градус безумия происходящего, буду признателен. Шепард, когда я была тут в прошлый раз, мне тебя не хватало. Я снова на цитадели, найду место для встречи и вышлю тебе координаты. Миранда? Миранда! Я вспомнил. Встретиться с Джокером. А почему вы так мне задание ставите? Почему я не могу в своей квартире выбирать, что мне делать? Опа, какая большая. Я уже заблудился. Так это, скорее всего, тут... Ага, тут мы пройти можем, отлично. Правильно? А мы по целому комплексу можем ходить. Ого! Понаставили цветов. Нам Джокер сейчас говорил что-то про бар. Это оно, да? На нижних этажах. Кстати, как тут машины вообще летают? Как они поднимаются и опускаются? От чего? Там ни турбин снизу, нет ничего. Возможно, это электромагнитное поле какое-то здесь повсюду, большое, стены, и пол все из этого состоит, а в машине
какой-то материал, который может увеличивать или уменьшать притяжение. От этого она может летать. А, капитан Шепард, ваш что ли готов? Но я не знаю, магнитное поле как-то влияет на людей или нет. Скорее всего, влияет, мне кажется. Вроде как. Ой, класс, по рыбам прям ходить. Замечательно. Так, он где-то помахал рукой, да что-то я провтыкал. Где он тут был? Как она... Подожди, не может же быть так далеко, правильно? Иначе как бы... Как ты увидела его? Свидание. Привет, Шепард, неплохо, да? Сразу видно серьезное место. Один француз на входе, чего стоит? Всего-то и пришлось два раза спасти галактику, чтобы заказать тут столик. Ну вот я здесь сижу и пью. Лучший пилот во вселенной, а еще и рок-звезда. С Нормандии новости есть? Да там техники сейчас трудно привыкнуть, что по моему кораблю, то есть по твоему кораблю шляются какие-то типы. Пусть хоть когда-то другие поработают. Хакет ведь приказал, ты в отпуске. Хочу я того или нет? Ничего, справишься. Мне бы сейчас коктейль с зонтиком. Я первый спектр среди людей. Умеешь ты пользоваться полномочиями, босс. Ну так, ты мне написала, что дело срочное. Я писала? Я от тебя письмо получила, вот и пришла. Что за... Я ничего не писал. Да-да-да-да. Капитан, разрешите? Простите. Дело Альянса. Капитан, это срочно. Это явно не коктейль зонтика. Капитан Шепард, я штабной аналитик Майя Брукс. Альянс, простите, разведка Альянса. Вас кое-кто пытается убить. Да ты шо? Да ну, мне кажется, она в курсе. А нет, я не про Цербер и Жнецов. Я про других, то есть есть другие, они это... Кто-то взламывает вашу учетную запись, каналы связи, личные данные. Охота идет конкретно на вас. Охотятся на меня? Что им нужно? А слишком мало данных, чтобы точно судить. А я как-то пыталась принять решение о недостатке данных, и мы чуть не высадили десант на газовый гигант, а это плохо. Подождите. Подождите, Брукс. Успокойтесь. Все по порядку. Что вам известно? Простите, на вас столик не заказан. Добрый день, вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Позвольте разнообразить ваш сегодняшний вечер актом насилия. А зачем это все делать? Ложись! Если им нужна Блин, обожаю шоу-бизнес. Рассредоточься, найдите мне Шепард. Так если вам нужно найти Шепард, не лучше ли смешаться с толпой или хотя бы как-то незаметно идти? Зачем вот все это? Стой там, я выхожу, Джокер. Ох, печенка моя. Эй! Проклятие. Вижу, сэр. Ищи команду, я за ней. Команду искать, есть. Как? Куда? Что? А у них шлема, неужели у них нет рентгенового зрения? Эй. Ты использовал меня как приманку? Вперед! Что ты сказал? Я не успел. Так, подожди, ага. Хорош. Четко попал. Блин, плохо, что три выстрела надо вместо... Что попадаю не очень. Так, ладно, сейчас вообще обидно. Встань. Что это за хрень? Дрон-разрушитель? Да прекрати ты. Так. Да подожди, ага. Дергается у нее рука. Плохо. Так, хорошо. Какой опять дрон-разрушитель? Хороший. А кто в меня там? А, ты, тебя уже задели? Молодец, красавчик. А кого тебя? Что это было? Хрен. А, осколочная граната, я так и думал. Где ты там? Ага. Так, у меня патрон заканчивается, чувак. Давай-ка... Умирай быстрей. Оп. Брукс, не высовывайся. Я стараюсь, не стреляйте меня, не стреляйте, не стреляйте, не стреляйте. Где? Ну тут же много их было. Где патроны с них? Да подожди, спрячься.
Два патрона чисто, понятно. Ай-яй-яй. Да ты чё, нет боеприпасов? Серьезно? Правда, нет? Ты так думаешь? Как там сильный удар? F. На. Но это ближний бой. Подожди, спрячься. Красава. Да чё ты орёшь? Я услышал тебя. Чё я должен сделать, по-твоему? Заколебёшь. Попал. Круто. Почти, подожди. Попал, отлично. Ай. Да подожди ты. Да ты чё, подожди. Почему когда я использую сильные удары, все они мимо? Это нечестно, почему? Я случайно один раз нажал и отпустил, попал. Нажал и держу, не попал. Это нечестно. Но теперь мне надо супер быть осторожным. Блин, спалился, да? Надо, наверное, по стелсу тут было проходить. Ой-ой-ой. Сколочные гранаты. Бам-бам-бам-бам-бам. Хорошо. На. На. Надо супер аккуратно идти. По-моему, у них патронов нет, правильно? Из них не выпадает. И если у вас есть дроны, зачем вы лично идете? Да как так-то? Четыре в тело, одно мимо. Так, гранаты. Допустим. На тебя в жопу, понял? Ой-ой-ой. Так, так-так-так, все, хорош, броня. Так, шесть патронов осталось, они бесконечно прибывают. Где ты? Ага. Да хорош. Ух, ё. Так, ну возле меня, по-моему, нет гранат, правильно? Патроны закончились. Быстро, быстро, быстро. Оп. А, у меня больше... Да, с них не падают патроны. Быстренько, быстренько. Идем, спасаем тебя. Надеюсь, у тебя есть патроны. Охренеть. Ну нет, подожди. И она с собой пожертвует. Ну вообще, неправда, нет. Брукс. Ну ведь даже не близко. Она ее толкнула и сама отошла назад. То есть, соответственно... Цепляться за электричество, когда ты мокрая. Гениально, да? Что бы могло пойти не так, да? Лампочка тебя не выдержала. Ого. Вместо того, чтобы цепляться, лучше бы ноги вперед выставила и смотрела, за что можно ухватиться. Да-да-да-да, прикинь. Хорошая идея была цепляться. Красавчик. Так, пистолет со мной. Ну, круто, но у меня патронов нет. И почему-то с них не выпадает, это плохо. Ох, как тебе руку выгнуло. Ну нет, ну я только накопил здоровье, ты чё? Ух, как эпично стало. А, капитан, я нашла защищенный терминал, как вы там? Лучше куда? Да, я только восстановил здоровье, она его все потратила. А, Брукс, вы ранены. Я знаю, я использовала пенициллин, причем немало. А если честно, все колет, не могу. Кажется, вы переборщили. Я могу вам чем-нибудь помочь? Избавьте СБС, я ищу выход. Так вот, скажи им, позови их на помощь, или это враги. Ребят, вы не хотите мне помочь, не? А где эти стрелки, и почему они из окна не выглядывают? Дрон, надеюсь, ты не агрессивный. Не, куда ты? Куда ты полезла? Я просто подошел. Куда ты полезла? А там внизу можно было куда-то пройти? Да мне кажется, можно было. Теперь слезай, тебе делать, видимо, нечего, да? Туда-сюда лазить. Давай так, оп. Да, я так и думал. А, ребята, мне плевать, что старые температурные датчики все еще работают. Установите новые по всей секции. У клиента есть разрешение на работу. И он хочет начать немедленно. Тем более, что он заплатил вперед с безумной наценкой. Сделайте это. Так, ага. Не-не-не-не-не-не-не-не.
А, Брукс, на той стороне есть аэропорт, может, и площадка есть, ППП. А, проверяю окрестности. Транспорта нет, пищи нет. А, прачечная. Ага, это стоянка аэротакара. Летите туда на шаттле. Все, поняла. А что за Брукс, кстати? А это моя секретарша, вроде. СБЦ, похоже, там все перекрыли. Короче, с шаттлом могут возникнуть сложности. Не сдавайтесь, Брукс. Да, кстати, на связь не выходите. Есть только мой канал взломан. А они-то кто такие? Не знаю. Но вы им, похоже, не нравитесь. Да, я уже поняла. Еще шутить будешь, да? А не проще было бы здесь где-то притаиться, чтобы подождать, пока они прилетят и помогут нам, не? Чего помогает? Да вот сколько людей, неужели все хотят меня уничтожить? Если нет, то чем мы тогда от них прячемся? Класс, вы меня заметили, да? Повернись. Лучше не тратить патроны, не психуй, надо аккуратно. Оп, оп. Ах ты, зараза. Ай, вот. Хорошо, молодец, дрон, ай. Чего, подожди, я в порядке, но помощь не помешала бы. А, хвала богине, Джокер объяснил мне. А, простите, кто это? Вы говорите по открытому каналу и подвергаетесь опасности жизни капитана Шепард. Опасности? Кто это? Спокойно, Джокер ведь говорил об анализе Брукс, это она. Играйте по правилам. О, мясо. Свинина? Не, ну вряд ли, наверное, даже говядина. Большое какое-то. А может, суперкрупная свинья. Какие-то странные апельсины-мутанты. Так, просто мясо. Мы не производим ничего со вкусом крагана или жареной азари. Таким бизнесом мы не занимаемся. Пожалуйста, при составлении заказа используйте только информацию с официального каталога. Патроны не нужны тебе. Серьезно, уверена? А когда-то я научусь сделать два выстрела и оба по башке невидимый. Ой, пытался в бошку одному попасть, попал другому. Да я в тебя попал, ну в голову-то точно два раза. Что это? Вот что это. А то я слышал, что за звук. Покиньте бой, чтобы восстановить щиты, да? А, у одной пули двоих сразу. Ну это было эпично, если бы я вторую не просрал зря. Давай так вот. Ну блин. Как бы попал, так я слышу еще дрон где-то. Ага, вот и дрон. Почему из него кровь летит? Да промазал. Где-то там. На, зараза. Ага, вот, на. Как ты в меня попадаешь? Я же в укрытии, ты че? Вылазь давай. Я так понимаю, дронов они бесконечное количество могут делать, правильно? Пока их не уничтожу. Да подожди, нет, стой, у тебя же чуть-чуть осталось. Да так нечестно, слышишь, он дернулся просто. Давай так, оп, и ай-яй-яй-яй-яй, подожди, патроны. Где у тебя там башка, не видно ничего из-за света, подожди. Вылазь. На какую высоту он примерно, вот так где-то вылазит, да? Заколебешь. Капитан, Джефф мне сказал, что случилось. Команда отправилась помогать вам. Рада это слышать, дело. Тут идут, неважно. Постараюсь не изобразить удивление. Хорошо. Так, ну... А, это не оружейный магазин, да? Что это такое вообще? Супер огромные вейпы? Ты даже сейчас что-то собираешь, да? Понятно, дверь закрыта, не очень-то и хотелось. Так, ну патронов у меня, кажется, максимум, да? Сохранимся на всякий случай, потому что мало ли меня сейчас разнесут.
Пам-пам-пам. Так, Фектус, я знаю, что ты облизываешь фрукты в мое отсутствие. Прекращай. Это я серьезно. Фу, какая мерзость. Кого нет? Брукс, я нашла проход, но там закрыто. Точно оцеплено. Вы не можете пройти? Точно. Попробую открыть замки. Да-да-да, я вас слышу. Проклятие. Капитан. А Шепард, что ты там делаешь? Мне даже здесь слышно. Все в порядке, все по контролю. Я обнаружила множественные срабатывания сигнализации. Что их вызвало? Я решила, что так будет интересней. Понятно. Капитан, вы не получили при попадении падении черепно-мозговую травму? А чё ты не можешь... А я не могу прицелить. Во, наконец-то. А, там стекло. Блин, а чё мне делать? Капитан, сейчас лучше не выходить на связь. Ну да, это стекло, оно мне мешает. Подожди, давай вот так вот встанем. Блин, что за звон такой идет, мерзкий? Чё ты делаешь вообще? В тебя так и попадут. Чё ты делаешь? Хорошо. Ага, они еще и внизу все это время были. Но это странно, что с них патроны не падают. Ну, как минимум, с их оружия должно падать, правильно? Ай-ай-ай-ай-ай, все мимо, повезло. Да выпендривался. Хорошо, как же хорош. Так давно не играл, но смотри. Все еще помню, как это делать. Так, а это ты сидишь, да? Я тебя даже не заметил. Ага. Былась, я тебя вижу. Граната? Вроде нет. Я же знаю, что ты там. Оху, даже без прицела, видал, попал. Не в голову, правда, но как бы тоже совесть имей. В голову с такого расстояния, не видя, где противник, еще и когда он... Меня ослепляет. Чего? Так отстань. Вау! Эпик. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну да, по нам стреляют, мы пока по магазинам пройдем. У меня есть доступ, и сейчас мы устроим экстрим. Начинаю врубаться от боли. Гиба-гипса, бла-бла-бла. Понятно, фигня какая-то. Оп. Да куда ты лезешь? Да в смысле? Ну там же видно его голова. Да и крестик светится красным. Как так? Как в смысле нет? Ага, самый умный. Оп. Да блин, дрон помешал. Четко. Так, патроны вижу, потом соберу. Хоп-хоп. Ну ты слышишь, ты крыса просто. Сидеть и так дроны выпускать, пока у меня патрон не кончится, это тоже нечестно. Ах ты зараза, а. Ага, вижу тебя. Гранаты, ну, что-то слабо кинул, он же сейчас своего взорвет же. А, ему плевать, да? Вылазь. А, капитан, если доберетесь до стоянки аэрокаров... Так точно. А, ну все, прием. Нет, конец связи. Конец связи. Или не так, Брукс. Черт. А, ладно, все. Здравствуйте. Есть кто? А, понял. Ну четко вообще попал. А, фух, я думал, сейчас надо будет открыть дверь и быстро попасть. А где ты была раньше? Вот, не могла Шепард где-то спрятаться, а нам помочь? Наединяк задался Шепард. Это Ляра? А, можно и так сказать. Посадочная площадка недалеко, но там ворота закрыты. Поищем панель управления. А, мне нравится твой костюм. Панель управления, ясно. Тебе не показалось, что это какой-то странный дело был? Говорят, ты разбил аквариум. Потом об этом поговорим. Всегда хотели встретиться с опасностью, с
своем собственном безопасном аэрокраве желательно исследовать бесконечное очарование. Понятно. Просто описание машины. Нет. Да, это просто магазин машин. Потом об этом поговорим. Да ты уже сказала. Никто с тобой разговаривать сейчас и не собирался. Как далеко. Двери. Так понятно. Что мне не нравятся все эти стеклянные полы. Вижу, куда идти. Куба. Сохранился. Потому что сейчас опять будет подстава, да? Угу. Еще касцена. Что он там делает? Отойди. Секунду. Здравствуйте. Вы можете открыть ворота? Спасибо. Пожалуйста, угодите. Так и я могу. Что-то юмореско добавилось, не? Доберитесь до зоны эвакуации. А это сильно далеко еще? Понятно, нам даже точку не показывают. А, ну в целом... А, и все? Это и есть, доберитесь до зоны эвакуации. Господи, мы и так на ней. Ну, вот только хотел спросить, а какого хрена она выглядывает? Откуда она знает, что это наш корабль? Зачем она вышла, почему в укрытии не встала? Капитан! Даже меня смутила глупость Шепарда. И как людей тут, ну, не разорвало просто. Прямым попаданием гранатометов в толпу. Да, вот так это делается. Джеймс, спускайся сюда. Уже иду, только не прыгай. Вы целы? Ну, естественно. И, скорее всего, он жив, да? А, пушку забрала? Блин, это еще не конец. Видели? Ну, конечно, лейтенант. А как он тут оказался? О, естественно, понабежали. Ты смотри. Тысяча... Что? Что за оружие такое? Понятно, не видно. Какое странное. Так быстро патроны тратятся и такое слабенькое. Подожди, сейчас не время для болтовни. Охренеть, оно слабое, но зато отдача нулевая. Да, отдача нулевая. Ах ты, зараза, слушай, я так не могу. Я не вижу из-за этого... Ага, стекла, что там? Да уйди ты! Вот где он? Что за фокус, Стига? Ты видел, что за фокусы? Ай, откуда? Что за фокусы? Ты видел, наш прошел и тот сзади прям сразу... Он бьет сквозь стекло, что ли? Ну это нечестно, подожди, присядь. Да не здесь, вот ты дурная. А, ой, ты не сдох еще. Подождите, не отвлекайте. Ага. Бушка интересна, конечно. Но как по мне, урон слабоват. Но вот зато отдачи нет. Правильно. Чё за силовое поле? А у нас там кого-то убили, я хотел его оживить. Ну ладно. А, она и так жива, ну ладно. И не попадает. В натуре. Звездные войны какие-то. Штурмовики, как можно? Ну, толпой, ну один на колено. Станьте и прицельтесь. Вы что вы делаете? Корабль же на месте, он даже не летает вот так вот. Даже я попадаю, когда цели двигаются. Ну, ты видел. Так, капитан, что происходит-то? Вы пришли в ее квартиру? Что это были за наемники, такие вооруженные до зубов и летающие в шаттлах СБЦ? Не знаю, впервые их вижу. И как вы только выжили? У них же были винтовки и гранаты, и еще дроны эти. Они пришли в ее квартиру. Ее хотят убить. И они пришли в ее квартиру. Ее убить в ее квартиру. Самое безопасное место, точно. Брукс, все нормально. Я понимаю, что дело серьезное.
Меня ранили, да. У меня был пенициллин, но ведь я специально пошла в кабинетную работу, чтобы целее быть. А вы убили что-то там. Ну да, не без этого. Я к тому, кто на такой способен. Нет, ну вы, кроме вас, кто? Мне говорили, пенициллин дает по нервам. По мне заметно, наверное. Как вы вообще в это ввязались? Я анализирую данные для разведки Альянса. Борюсь с подделкой официальных удостоверений. Чтобы, например, никто не мог пройти в ночной клуб по административному пропуску, если этот адмирал сейчас воюет на Тучанке. Я написала отслеживающую программу, здорово вышло. Я назвала ее «Мистер Печенька». Брукс. Ой, простите. Короче, мистер Пи, моя программа обнаружила уязвимость в нашей системе хранения секретных файлов. И скоро через нее уплыли все ваши данные. И с каких пор хакеры ввязываются в перестрелку? А вы подумайте, что могут сделать преступники, если у них будут коды доступа Шепард? Или даже ПБВ? Потому что они хотят тебя убить, чтобы их никто не остановил. Ладно, узнаем тогда, кто они такие, и покончим с этим. А мысли есть? Возможно, ты у них забрала пистолет. Занятная штука, но я такой раньше не видел. Я тоже. Дай посмотреть, может быть, удастся что-то узнать. Можете попробовать, но учтите, я еще ничего не нашла, а я копаю очень глубоко. Да, ты еще тот землерой. Я не сомневаюсь. Глиф? Сортируй данные для анализа, доктор Цони. Ай, доктор Цони. Спасибо. А это тебе не кажется, что пистолет как раз-таки тоже этих штурмовиков из Звездных войн? Но как же это работает? Да что там с этими лодырями? Джокер? Джокер, я вся в работе. Нашел вам тех, кто любил когда-то в них стрелять. Разрешите войти на борт, Шепард? Что с нашим кораблем? Он что, сломался на ремонте, и поэтому вы все здесь, в моей хате? А я вас не приглашал. Короче, на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы вести следующую серию. Будем разбираться, что это они ко мне в дом пришли вообще. Сейчас финансирование Альянса, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Все, скоро увидимся.